За что ты ее выбрал? За то, что она уродина. Вы подвергаете опасности жизни многих людей. Я знал, что это плохо кончится. Я никогда тебя не отпущу. Кто бы мог подумать всего год назад? Год назад меня тоже звали Алис Грант. Но когда я смотрелась в зеркало, я видела другую женщину. Я ее любил. А я ненавидела. Всегда, с тех пор, как поняла, что уродина. Пугало. Страшилище. Год назад я бы продала душу, чтобы стать другой. Хоть самому дьяволу. Роковая красота. 20 ноября в 20:30. Премьера на Еврокино.